Привет! Вы на канале Turkish Space, и мы продолжаем вам рассказывать легенды такого древнего города, как Стамбул. Сегодня я поведаю вам историю про Галатский мост. Можете его наблюдать на видео, он достаточно большой. Даже не легенда, а больше быль это называется. Согласно этой были, Галатский мост мог выглядеть совершенно иначе. Дело в том, что еще в 1502 году сам Леонардо да Винчи предложил проект моста под названием «Король мостов». И предложил он султану Байезиду II. Его проект подразумевал очень интересное сооружение и крайне необычное по своему строению. По его проекту мост должен был состоять из 26 блоков, которые поддерживали бы сами себя без всякой опоры, что позволяло бы очень быстро разбирать мост на составные части, что во время военных действий это могло быть решающим в ходе войны. Леонардо был настолько уверен в своих расчетах, что был готов возглавить данное строительство самостоятельно, даже под натиском возможной казни, если вдруг проект не удастся. Однако Байезид II, посмотрев на предложенный план Леонардо, испугался такой диковины и не стал строить такой мост. Сейчас мост Галатский тоже прелестен, у него есть свои прекрасные стороны, однако он не носит имени Леонардо да Винчи. В 2019 году ученые Массачусетского технологического института провели опыты с уменьшенной копией этого моста 1 в 500. То есть воссоздали миниатюру этого моста и подтвердили, что проект Леонардо был вполне себе жизнеспособен. По их испытаниям такой мост с легкостью выдерживал большие нагрузки и даже землетрясения. А еще раньше, в 2001 году, норвежский архитектор по имени Вильбьорн Санда построил уменьшенную копию моста Леонардо в небольшом городке под Осло, под названием, город под названием Ас, над трассой Е18. Только при постройке этого моста использовали не железо, как это предполагалось по проекту Леонардо. Арки были построены из склеенной сосны, а перила из стали из итика. И данный мост по сей день существует в этом городе Ас на трассе Е18. И честно служит его жителям и не разваливается. Так что если бы Байезид II не испугался столь смелого решения Леонардо, мы бы могли видеть очень необычный мост без опоры, буквально витающий в воздухе в современном мире. Ну, что есть, то есть. Зато он есть в маленький подпост. Подписывайтесь на канал, и мы вам поведаем дальше интересные легенды города Стамбула. Есть также интересные легенды, связанные с загадыванием желаний. В следующем, в одном из видео, мы вам обязательно их расскажем. И эти желания сбываются. Всем пока!